Ребятушки, всем привет. Приехал к Сереге в гараж. Сегодня буду, ребят, стелить сюда. Ну, как сказать, багажник делать, твердый пол. Вот ковролин такой взял. Фанерку. Шестерочку, ребят. Сейчас буду вырезать. Блять, тащил, ребят, ее руками. Пиздец, магазин подзаебался. Как бы так, вы видите, у меня какой пол. Как бы вот такой весь проваливается, весь грязный. Сейчас еще первым делом все это, ребят, вытащу. По ней поликалу вырежу. Будем фанеру резать. Сейчас пока вас я поставлю на трехногу. И попозже включусь. Ребятушки, ну что, все, вытащил. Будем делать, ребят. Первый раз поспавился, ничего не сделал, сам за машину. Дальше вот это сейчас, ребяточки. Покладем. Так, вот это что-то у нас. Опа. Вот так вот. Так, ребята, сейчас привозьем. Чтобы очистить точно. Растянуть ее. Все это смухрышить. Так, только вот эту часть я не понял, для чего она. Нужна, не нужна. Так, ребяточки, все видите? Видите? Ладно, ее не буду, наверное, обчерчивать. Павел Васильевич, немножко, ребят, напишите, долбоебом надо было сравнять с этой херней, чтобы меньше было работы. Ну что, Павел Васильевич, не ищет легких путей. Так, и тут еще. Ну все, ребят, идем по мастер. И обширшиваем. Павел Васильевич сейчас готовится к югу. Потому готовим машинку. Так, это надо, не надо. Ладно, еще добавим потом. Как-то так. Ребят, ну что, вот очертил, получилось вот такое. Сейчас возьмем лобзик и будем пилить. Так, будет немножко шумно. Надеваем тех очки. Техника безопасности, ребят, не знаю, откуда начинать. Ну, отсюда начну. Все вырежу, потом уже буду эти всякие вырезать штучки. Ребята, процесс идет. Но еще оказалось, что все просто, как думал я. Доска рвется. Ну, я первый раз, ребята, работал, ну как, в таком смысле, что первый раз работал, вот где-то брал. Ну, как бы, ребята, такое, губы, блин, губы и такую произвел. Вырежу, подмерять, ребят. Посмотрим, как оно получилось. Слушай, не подрезать, буду мерять. Вот так вот как-то. Опа. Вот такая, ребят, получилась. Штучка. Штучка. Тут потом все подпилю, ребят. Я пойду подровняю. Вот, померяю, посмотрим. Ну что, ребята, вот багажник. Так, сейчас буду идти. Не знаю, ребят. Думаю, запихнется, не запихнется. Думаю, запихнется, не запихну его, очередной раз поставил. Вот, ребята. Чуть неудачно. Сейчас, ребяточки, наверное, солнце вам будет светить. Так. Так. Вот этого Павел Васильевич боялся, что фонарика, она не зайдет. Ну как и думал, он залезет. Ну сейчас вот эти места, ребят, срежем ровно. Потом померим. Ну а ковролин он не будет держаться, ребята, ковролин же все равно
Ну, так засовывать, пук, калорийный готов не взял. Так, блин, я вам покажу. На резиновой такой основе, ребят, специально сказали, чтобы ни воды, ничего не боится. Так что он будет сгибаться. Короче, такая херня. Так, значит, линейчик, сделаем эту штучку. Где у нас фломастер? Фломастер куда? А, вот он фломастер. Так. Вот так, раз. Сейчас там деятели напишут, я знаю. О, блядь, тупизна. Ну что, ребят, не все такие умные, как вы. Есть и такие тупые, как я. Так что, ребята, пошумим. Немножечко. Ребята, херня это получается, эти все вырезки. Сейчас надо будет так вот, наверное, выравнивать их. Убирать эти все вырезки, ребят, если там видно. А, блядь, сейчас камера, если еще. Сейчас вам покажу, ребят. А, так, видно, не видно. Так. Видите, я думал, Олеге плотно, нифига не ложится, ребят. Эти штуки еще пообрежу. Шик. И ровно. Ничего страшного там не будет. 10, видите. Не ложится, мешают эти. Короче, до хера сейчас, ребят, работа еще будет. Подрезать, вырезать, но ничего страшного. Время у нас есть. Ладно, ребятушки, чувствую, наебусь я с этой хиромантии. Ну что делать, ребят? Так, сейчас обчерпаю. Эти штуки сейчас уберем. Ну вот, ребята, как бы уже что-то. Тут сейчас надо будет немножко убрать. Вот так вот сейчас пилим, выровняем ее. И все, ребята. Так. Да тут, наверное, даже не надо будет и полоски, она будет ковролин, просто будет вырезан. Ковролин-то он плотно лягет. Самая там у нас середина будет ровненькая. Ну все, ребят, достаем, поехали чертить. И пилить будем. Я, Павел Алексеевич, вас послушал. Не будет отсюда пилить, здесь оставит. Лучше отсюда маленькая. Здесь меньше пилить. Так что отсюда спилим, сейчас чертим. Там еще, ребят, надо будет подрезать, ну это все потом. Сейчас самое главное подогнать нам основную, чтобы у нас все легло. Потом еще я там покажу, там попробую буду прикреплять. Болтается. Так, ну все, что думал, пилить-то уж буду. Не буду вам показывать. Ну теперь вот что. Засунул ее. Видите, две штучки мешают. Так, тут сейчас будем под них вырезать. Так, да куда у нас нет? Вот такие уголки мы срежем здесь. И здесь тоже так же. Ну все, так сейчас срежем, ребят, лягет. Посмотрим, ребят, ковролин все равно здесь будет плотный, так что вот там самая основная часть. Это все потом все равно вырежем. Ну, пойдемте пилить. Все, ребят, все легло. Все, чики-пуки, вот так бы подниматься, так запаска будет доставаться. Синамон будет доставаться вообще. Все, сейчас, ребят, будем ковролин будем чертить, вырезать по-старому. И все, вырежем, будем подсовывать, потом уже фанерки его прибьем. Так что, ребят, сейчас разложусь, включусь. Достаем ковролин, ребят, ковролин, тут если есть место, там высотки, резинки. Покупал в Титане, там большой выбор всего. Короче, реклама, да, ребят, никакая не реклама, просто реально хороший парень. Так, как жалко-то бросать его на пол-то. Ладно, потом отряхнем. И такой прорезиненный, не знаю, видите, не видите. Где у нас обгрызок? Обгрызок. Так, как у нас будет? Опачки. Опачки. Так. В общем, ребят, как раз, смотрите, полторашка. Ширина у него, вот. Все как раз будет. Все, ребят, обчертил. Сейчас ножницы заточу. Еще, ребят, хочу, знаете, что? Напишите в комментариях. Вырезать под коврики, постелить.
Я не видел. Меня сейчас немножко вас поверну. Ребят, хочу купить же для кожи ковролин. Вырезать квадратики такие под ноги, под коврики. На лето бросить. Я думаю, прикольно будет. Напишите в комментариях. Нормально, нормально. Так, ребят, сейчас ножницы немножко поточу. У Сережки они немножко устали. Так, все, ножницы огонь. Да, Павел Сыч же занимается свободно от YouTube время. Заточки есть, умеренно. Так, ребят, всякое, всякое, всякое. Так что, ребят, как и так, начинаем резать. Ох, какие ножницы, прямо сами стрибут. Все, все обрезал. Остаточки остались. Сейчас я возьму вас, пойдем с вами. Остаточки остались, как примощу их. Так. Ну что, посмотрим, как у нас. Ребят, все-таки, наверное, сюда будут дощечки класть. Потому что все равно это неровно будет. Смотрите, какая шикарно у нас получилось. Все, дощечки все-таки подложу. Так, видите, как все. Тут подстригу немножечко, чтобы все ровненько легло. Тут подстригу. Все, там ничего не буду делать, тут уже все будет. Ребяточки, ну что, шикарно. Сюда еще к дощечке прибью, ребят, петлю. Петельку сюда, чтобы поднимать можно было. Ну все, сейчас все подрежу здесь, подчерчу. И потом включусь. Ну все, подрезал, ребят. Вот так еще болтается, но потом все улягится. Там, я думаю, не буду подравнивать, все. Чики-пики там. Ничего, красота. Сейчас буду дощечки сюда делать, класс. И потом на степпер пробью. Еще сюда петельку сейчас сделаю. Ну, сейчас, ребят, все включусь, увидите. Так вот, ребят, все. В общем, дощечки подложил, все сделал. Сейчас будем степлером прибивать, ребят. Потому что долго будем думать. Со шнурком, ребят. Как бы так, аккуратненько будем вдоль вот этих полосочек пробивать его. Опа, так. Что-то не сработало. Вот видите. И вот так вот сейчас пробьем его, чтобы он поднималось все вместе. Ребяточки, ну что, прибил. Вот такую петельку сделал, можно прятать ее. И штурка так поднимается. Все, пожалуйста, видите. А, ребята, я понял, почему там болтается. Видите, там масса то ли что здесь стояла. Сейчас я тут, наверное, в доске просверлю, чтобы она ровно. Потому и болтается вот так вот. Ну, как бы так вот, так видите, штурочек раз поднял, запас куда встал. Надо больше придумать, чтобы это... Какой-нибудь главное, так пойдет. Так, раз, отпускаем. Укладываем, все, шнурочек прячем. Так. Да я, в принципе, даже там не доходит до нее. Нормально. Все. Доправляем. Ну как, ребят? Шикарный багажник. Охуенно. Да, ребят? Пальцы кверху ставим. Если понравилось, ребят. Так, сейчас пойдем еще. Там сделаем. Надо будет посмотреть под капотом, что там. Ребят, ну что, хочу вот это укрепить, видите, болтается, натирает. Сейчас сюда что-то подложу, хомутиком придержу. Ребят, купил крышку новую, блядь, из-под нее еще больше начало давить масло. Капец. Вот такие дела. Вот это хочу сейчас еще укрепить. Видите, что-то все отпало. Надо посмотреть. Так, вроде все, вчера забрал из мастерской там. Видите, поддон бежал, масло. Подтянули прокладку. Здесь тосол бежал, прокладку тоже поменяли. Сейчас вот здесь бежит масло, блядь. Крышки пиздец. Ух, хуйни делают. Все, ребят, что, закончил? Постелен. Так. Тут, ребят, как говорил, все подукрепил. Все подтянулся, меньше болталось. Здесь на хомутике посадил, все держится. Проводочки так, крышку протер, ребят, зажал ее. Посмотрим, будет бежать, не будет. Сегодня в Екатеринбург ночью съезжу. Поеду, посмотрю. Масло, ребят. Масло отлично. Ребят, масло она не жжет, она вот откуда только бежит и все из него. Так, надо еще водички заправить. Все, хомутики прибрал, проводочки. Все, чики-пуки. А еще, ребят, вырезал. Осталось ковролина, Павел Васильевич, чтобы, блядь, не брякал в дороге. Телефон когда ложит, вот такие туда-сюда. Ну, на следующую серию, ребят, хочу купить ковролин. Вот так вот вырезать по коврикам. И стелить его, просто доставать, когда встряхнуть грязь. И опять. Как вы думаете, ребят, пишите в комментариях. Я думаю, нормально на лето такая тема. Что прорезинено, можно стирать их. Ну как-то так, ребят, если видос понравился, пальцы кверху, не понравился, все равно кверху, ребят. Я буду собирать, вот эту всю грязь сейчас выкину. Собираться, ребят, ну следующие коврики, ну и фарами, ребят, не знаю, там ведется беседа. Как бы фары так-то нормальные, но я бы добавил, может, какие-нибудь габариты бы сюда. Так-то фары так вот такие, охуенные, круглые. Ну что-нибудь еще добавим.
Не знаю, посмотрим. Ребят, пальцы кверху, на канал подписываемся. Ждем следующее видео, чтобы не пропустить его, не проебать. Это такая машинёшка. Сейчас я ещё покажу. Эти карты поменены. Это все, блядь, ещё, сука, все ободрать. Это не могу, надо ободрать. Такая. Что, ребят? Красный брат, вообще будет огонь. А, колесики на 15. Ну все, к югу готово, ребят. Пальцы кверху.